короче, сижу сейчас, пью чай, никого не трогаю, и вдруг чувствую такой удар, короче, вот сюда вот. Такое, как будто много иголок впилось, короче, в руку. И так краем, таким боковым зрением, короче, вижу, сидит вот такая тварь на мне. А я сижу в людном месте. Господи, я так заорала. Я удивляюсь, как здесь лампочки не полопались. Место довольно людное. Короче, оказалось, это богомол. Сашка быстро его с меня стряхнул, но это вот такая тварь реально, просто.